Вообще говоря, коллекторы – это совершенно непонятно кто. У нас нет про это никакого законодательства, они ничем не предусмотрены, и они непонятно на каких основаниях действуют. У нас есть механизм официальный, который называется судебное решение, судебные приставы, его исполняющие. Кто такие коллекторы в этой системе, вообще непонятно. На мой взгляд, это откровенные бандиты, рэкетиры, и их надо просто, вот когда человек звонит другому человеку и требует у него вернуть долг, надо тут же ехать в полицию и его задерживать, потому что это угрозы. И кто такие коллекторы, лично я не понимаю. Это нелицензируемая деятельность, какие разрешительные бумаги у них есть, никто не понимает. На каких основаниях они требуют долги, тоже непонятно, потому что они никогда не предъявляют никаких бумаг. Потому что, на мой взгляд, коллекторы – это чистый бандитизм, и его надо искоренять.